Да не, я не пойду котом, я им хуёво играю. Да блядь, да ты просто вот вещи надо. Вешай, ну. Не, я уже плохо скажу. Коты для пидоров. Для пидоров, всё правильно, блядь. Дал 23 куска с Джеррио, напередамажил в РС 25 гер, короче, коты для пидоров. Фу, Джеррио, блядь. Удали персонал. Ну чё, я агрю? Ты да, ему поверил? Ты ему, говорит, поверил? Пошли проехать. А что ты хочешь сказать, что у него писюн 30 сантиметров, это он тоже обманывает? 25. Нормально, не будем. Вот это время в курсах. Чё там, фул? Крылюшка, заходи, да, фул. Ща. Я могу на всех боссах идти кем угодно, только на профи и на сурке мне надо быть ап. Хорошо. У вас нет совы, давайте совой. А, есть сова, да? Ладно, КВС. Пусть репу фармит, я пойду пока суп себе подогрею. А, ну ладно, ты же не в ЦВК еще. КВ, присади тогда. Как? Да, да, Уркан. Ну присади куда-то, я не знаю. Ну, сейчас. Ты же ЦВК был, да? Еще не видел. Надеюсь, что ЦВК. Вот мы и на месте. То, да что и произойдет зомби. Здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. При истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Так, чё я натворил такое? Ты чё, полипало взял ещё или нет? Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи зон. Я же какого-то полипало хотел взять. Я чё случилось? Я могу не идти, мне без разницы. Да не, подожди. Ну я побуду там в РК или ВКонтакте, если что, поменяю кого. Фу, хилом зайти сразу. Да я просто, ума не приложу. Кого-то, кто-то писал, я, говорит, полипало. Какой-то не был. А, Тюменская. Нет, так он выйдет. Да. Ладно, покер забыли. Да вот как раз Прист, Полипал, Ршам, Эрдру. Пилок. Давайте паука бейте. Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить. Выживали как могли, зарабатывали на аукционе. Видели, там какой-то тип поступает, там ничего не знали, короче, там делают. Это порой вообще просто скупал. Долго, наверное, убивать его, да? Но фантом продает всякую хрень, ну, то, что качаешь. Я уже 2К подняла голды на ауте. Какую хрень вообще продаю? Ладно, правильно. Без так, 10%. Подождите. Войд, как тут врываться правильно? Это стрелки, да, и у них? Значит, смотри, видишь,
слугу трона, да, первого, ты в него кидаешь саный щит мстителя, там, или как он называется, не знаю, который сало дает. Вот. Ну и задача наша отвернуть четырех слуг от рейда, чтобы они, ну, видишь... Блин, ладно, я понял, все, погнали, короче. Погнали, все, забить. Красава. Коконик. А ты не хотел. Видишь, как даже бред не пью. Вообще красава. Записываю, пацаны, стойте за стеночкой. За стенку уж. Щит только в крестик кинешь, второго сам притяну, дам салой, ну то есть собью. Сейчас погоди, еще 10 секунд. А пофиг. Даня, какая у вас погода сейчас? Весна. Ну сколько градусов? Ну не знаю, я сегодня на улицу не выходил, плюс у нас, короче. Солнце херячит, капец. Ты в кожанке ходишь? Не, ну такой... В зимний, но не как у нас там, не в дубленке какой-то. Легкая, да? Ну да, можно сказать. Сука, я всю зиму в осенней куртке хожу. Тоже тепло у вас. Ну, минус... Вчера было плюс 1, а сегодня минус 9. Не, у нас пару дней всего минус было. Чё там, кого роли, хуёвый, там все пишите, на кого ролите, там, ну, это спек свой. Утроб каски. Сандвини, кулаки, тюменской кресты. Так, Линк РК, говорит. На тебе РК. Берите стол и ешьте рыбу. Штрудели это с рыбой, если что. Где рыба? Вон штрудели, бери маговские, это с рыбой, а не с рыбой. Нет. Давайте нормальную рыбу. Земелье заполнено, что? А тут КВ. Ты ушел, не? КД не лови, вдруг четвертую еще попадешь. Да что, 40 сек? Камня нет, что ли? Сейчас тыкните на сумонцем, у него лока и дадим пулбам. Так, а чё мне нажимать-то надо на себя? Вот эту штуку, да? Зелёный там щит какой-то. И собаку надо призвать ещё. Ещё собаку призвал. Пришёл с мод? Да. Блэк зомби, заходи. Комнатика нет.
Блэк зомби в РК. Да, все, я тут захожу. Давай. Короче, 10 секунд ем рыбу, чек на пол. Значит, хилов, охеренно бисовые хилы, чек на пол. Подожди, нету бафов. Каску, лапу, интеллект, 300 баф. Блять, ты называешь эти слова, как будто их никто никогда не слышал. Стойте, на сум нажмите. Лапу, пожалуйста, кралька, потом присуманишь. Спасибо большое. Будьте добры, пожалуйста. Кто бафает кулаки и каски, каску и кулак мага. Каску и проб, кулаки сангвини, тюменская кресты, волшебная... Большое кресты. Спасибо. Большое, пожалуйста, чек на пулу. А, спасибо. Дрыль, дайте это монорек. Дайте монорек, на счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Че, приснил баф? А, не, все вижу, извините. Извинения принимают. Рост. Давайте рост, милики, не стойте в луже, пожалуйста, вар. Как дела у вас, друид, эрду? Как что там дело стало? Ну, говно, ханда. А кто сорвал? Вара на шипах. Минус шипы будут долго заливаться. Прям чувство. Да, тебе, блядь, сейчас Рома там огненный вихрь даст. Огненный дождь, блядь. Беги, малышка, беги! А кто сорвал вас? Не видел? Маг вроде. Пошел он в жопу. Он искусственные чары не вкачал. Петух. Арка, что ли? Да по-любому. Ну я не знаю, кто он. Не вижу них полностью. О, молодцы, захиливаетесь, все хорошо делаете. Я встал даже. За спину босс. С игрок все нормально. Ну и руник, конечно, не отдавал с пула. Чего? Никогда не отдает. Я сульке могу отдать, чтобы маг не умер. Сука, блядь, извините, я тактику не знал. ГП, блядь. Я знал, что за ДПСом все так охуенно складывалось. На кого кидать? На Войд Круз. Нету такого. Не говорить даже не просто ем одной рукой, второй рукой ДПС даю. Я понял. Кто на осколке первый? И выключенный монитор. Ну, походу, я не видел других. Игорь, на осколке. Я это кто? Не, на осколке, волшебные. Ну, волшебные вышли, Леша. Вы охерели, что ли? Это дам самогону, если ты окажешься выше, буду тебе давать все. Так я же выше, Ладно, понял. Ну, если ты окажешься выше, я просто не смотрел вниз. Так что... Ну, добрый. Самогон, не знаю, зовите его в РК, пусть что-то говорит. Потому что, ну, список есть список. Кто там? Блэк, зомби. Есть БДК у тебя? 5-3 у меня БДК. Сколько? 5-3. Рома, заходи на БДК. Ебать. А тут на танка что не падает? Ну, шлем падает, бисовый. Кольцо. А чё, он нужен кому-то? Я могу как ненужный на ДК забрать? Да, конечно. Ладно, я, короче, на нормального зайду. Чё? Шлем и кольцо нужны кому-то танковские? Да. И то нужно, да? Да. Ну тогда сразу на нормально. Пройдите на мейн мех. Леденелый.
На успех. Розетка, ага, все вижу. Да. Полностью на мейн, да? Что ты, Войт, посмотрел? Список. Блять, я не могу сворачиваться. Смотрите сами список. Но я же говорю, самогон на 99-м, я на 93-м. Ну, значит, скажи самогону, что осколки не его. Ну, я сказал. Он мне ВЛС написал. Он ВЛС написал, что перепутал. Если типа видел меня, он бы не пошел в ару. Так. Че, влетаем? Дайте шкаф пока. Подождите, нет БДК. Подожди. Пойдем еще нахер. Суманите его, я не вижу, у меня 25 фреймов. Так ты его перемести. Да, спасибо. Я тупой просто. О, ебать, тут КД, пацаны, я ни с нуля не пойду. Блять, не гони, сука. Пошли, трэш. Пачку правую, левую, не агрите только, блядь, войско придется давать. А как войско выйдет? А, нашел. От клива отойдите, мидики, они кливят вот эти большие. Заурены. Смотрите осторожно. Короче, если в рейде два друида, ну типа мы будем падать. Почему? Потому что два витра есть, а ну третий будет курик там какой-то, и он убьет там все. Давайте я зайду на салон. Так его сейчас у нас. Ну как, блять, один есть? Спасибо, ставит, брат. Ты вот можешь притянуть паука, чтобы он через тебя перекинулся? Ну, типа, через голову перелетел. Не можешь, не знаю, смотри. Можешь? Дебил, ну ты просто, я в упор стоял, то перетянул. Деду, ты видел, блядь? Он через меня перелетел, блядь. Видели, пацаны, тип юзает притяжку, в это время бежит вперед и радуется, как ребенок. Славик, у тебя что-то с мозгом. Блядь, ПМГ у меня, блядь. Кто, ПММС? Да. Смотрите, какая тема. Справа будет протопал, слева два БДК. Твой левый и с лестницы, мои два правых. Первый напул на меня, потом на Джеймса. Рога. Первая, вторая пати бьете справа, трэш. Третья, четвертая, пятая бьете слева, трэш. ШП помогаете добивать чек на пул. А Рога, ты что, трэш бьешь? Да, обязательно бьешь. Если не бьешь, ГП, блядь. Начинаем. Рома, смотри. Вот сюда, где вот это черное пятно, давай сюда 4 моба сводить. Ебать, ты мне что, еще играть будешь? Я своих мобов издалека свел быстрее, чем ты. Да, у тебя просто кастующего не было, он тут вышел. Вышли служить. Бейте, леди, пока. Дали контроль. Дал сало кому-то. О, сука, отражение. Понял. Справа милики должны убить.
справа РДД, первая, вторая пати. Слева, где два БДК, там милики. Если трэш видите недобитый, вон он стоит, кстати. Милики. Опа, я в контроле. Так, что там? Давайте. Справа два моба и надо столкать. Давайте, стоп по боссу. И милики пошли направо. Милики. Не, пошли. Еще бейте, бейте до миллиона. Да все, стопайте уже можете. Там доты добьют, там переведется нормально. Вот он, да, не можешь, не сука, нафига. Добили, добили трэш. Переводим леди, переводим леди. Контроль своим дали, курика не убей. Рога, приготовь на пул на Void Frozen, Void Knight, блять. Сильнее, блять, сильнее, блять. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки. Ладно, танчи. Держать, ребята. Значит, трэш бьем, трэш, милики слепались, бить трэш. Хули вы делаете, подбейте. Бей кас, ай. Ты чё, не умрёшь? Духи появились, все бегут. Милизона, танки, РДД, все бегут. Убежали. Как духи исчезли, все бьем. Контроль, секунда, приготовь. Пир дали. Нет, контроль, пизда, походу будет. Чё, когда Геру давать? Давай Геру. Духи появились, Милизона, все побежали. Побежали в Милизону духники. Ну, блядь, захиливай. Все на трэш, милики. РДД тоже. А тебе ничего не поможет. Духи, все побежали. Побежали все, побежали Милизону. Бежали, блядь, это... Ну, сука, вы, блядь, бежать будете или нет? Не все, молитесь, там дали контроль. Может, наберу агро. Мне кажется, я его раньше. Ну да, наверное. 5 секунд осталось. Ну чё, сейчас смотрите, вышел трэш, пошли на трэш, милики. РДД тоже слили трэш, 5 секунд слили. Кинь на тебя контроль, да? Рога, напуливай на Джеймса, Рога. Да напуливаю я, у меня же КД так-то, блядь. Духи побежали, побежали, побежали. Побежали все, Милизона тоже. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ты не в сил. Дали контроль. Витамина контроль. Что смогли, сделали? Эршам, Эршам, дух, Эршам. Захил, 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 рок, всех захил. Я походу руника катится. Бейте, побежали Милизона, блядь. Дух, видите, блядь. Давайте трэш слили, милики РДД в трэш. Слили, блядь, трэш, не нужен, блядь. Держится, блядь. Давайте, контроль, 5 секунд, духи. Побежали все, духи, духи, побежали все, побежали, блядь. Они случайно бегут, блядь. Дали контроль. Досал их, по-моему, КШП. Духи Милизона побежали, побежали, РПД. Все побежали. Полипал два духа. Так, я им дома, юзай вставал. Быстрее, быстрее. Я уже юзал. Юзал. Кралька, поднимай Эршама. Духи, все бегут, все бегут, все бегут. Бегут, сука, не стоят, ёбаный. Только после того, как она? Килка. А, точно. Давай, закинем. Может дать себе верх. Духи, все бегут. Молодцы, трэш бьёте, молодцы. Дайте контроль своим салом. Ой, я набрал игру? Вот это да. Давайте, давай мы эту дуру, бежим на духов, бежим на духов.
бежим на духов просто. Все, молодцы. В лужу зеленую заходим, ДПС ап. Войт ни одного костра не сбил, видели? Так один бы сбил. Так, кто на сколке, я забыл? Так, смотрите, предбисовые тапочки ролим на мейд. Дэн, поздравляю. Ты будешь тебе долго ходить. Еще одни ролим. Но на АДК зайдет? Да, предбисовые они. А у тебя какие? Пошли трэш быстро. А, вон я в гильдию линканул. Ну так, само собой. Ты, блядь, считай бисовый получил. Сука, почему не портуется? У меня портал, блин. Рома, ты заходишь обратно на лока, да? Да. Он меня за бой не портовал. Че, тебе на лука надо, что ли, что-то? Я думал, он висел. Так, нет. А, ну мне, может, 6 кораблей нужно, но так, не обязательно. А так, мне ничего, я просто по домашке хочу. Я, блядь, за 10 играю. Боя нет, пошли драконы. Там, короче, давайте, кто на кораблях первый по ДПС, то 200 ИП получит. Почему на сурке за трэш не дают ИП? За всякую херню дают. Заходи на ШП, я на ШП зайду. Никто так там на кого истерию кинул, тот больше и даст. Не, у меня там еще не было из ШП. Да я кральки говорю, ты что, нас за собой выдергиваете? Могу с собой тебя достать. Там, короче, чешка гер и часы за 200, ну, за 40 героизма. Гривен, да. Ты Роме говорил или мне? Роме. Слово обоссать, уж слышала, сексуальные фантазии проснулись. Какие тут могут быть фантазии, блин? В смысле, ну это распространенная такая техника. Извращение. Блять, я играл недавно в игру «Правда или действие» с тёлкой, которой 18 лет. И я понял, что у меня в жизни было всего очень мало в сравнении с ней. Во-во-во, блядь, бывает такое. Так что, у неё был золотой дождь? Да. Пиздец, блядь. Я угадаю. Это пиздец, техника, конечно. У неё не только он был, короче. У нее и две тёлки с парнем было, и два парня с ней было. Ну там. И тёлка, главное, ну, до игры она была порядочной для меня. Да, как ты ошибался в людях. А чему она тебя научила? Ох, ёлка! Капа. Квадрат заняли быстро, сука. Почему в пушке нет никого? Быстро, быстро, быстро. Эй. Рома. Чё, офигели? Бом. Лоза, почему? А эта тёлка был Джерри? Я нажал на скачок и понял. Понятно. Сержантов, не срывайте агро, пожалуйста. Срывайте агро, пожалуйста. Лёш, ты долго готовил шот? Да. Пиздец, неделями готовишь. Я подумал, чё-то надо в РК сказать, я посижу, молчу и такой, бля, нам про Джерри он обшутит. Да нет, в твоем случае ничего не надо было говорить. Полетели, бьем. Спасибо. Не летай рядом с БДК. Кто там? Мырки, пывки, съебался влево. Только ливан по лицу прилетит. Все, доты добьют, уходите. Мирики, убегайте, все, летайте.
Давайте. У нас в руке, короче, все бьем трэш. И кто будет, короче, ну кралька получит НП, и короче, кто будет второй после кральки, тот тоже получит НП. Сейчас ты умрешь. Ты сейчас так сказал, кралька теперь трэш не будет бить. Не, ну они поровну получат кральку, потому что вообще красава. Играет лучше, чем блядь. 50% гильдии. Ладно, чем 60. Ну ладно, 70. Это вообще кралька номер один. Блять, мырки-пырки, тупой гусяра, блядь. Ты понимаешь, что ты тут? Почему ты прилетаешь рядом со мной? Тебе что, там слева не стоит? Или мне босса может отворачивать, чтобы меня хил не доставал? Прием. Не разочаровывай меня, блядь. Сука, ты думаешь, что? Я вред взял повеселиться, что ли? Не, ну что, сложно развернуть было? Давай ты не будешь спорить, ладно? Мне вообще не... Славик убил пацана, типа проучивает его. Я вообще его не видел. Сейчас бы Мурадина не развернуть. Сейчас бы рот не закрыть. Вся тактика на танк развернуть и то не может. Да я тебя раком сейчас разверну, блядь. Понял, нет? Там варенька у меня сейчас на замену есть, так что не базарь. Сейчас бы варенькой пугать. Шучу. 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 Что-то ты быстро съехал сразу с темы, либо шучу. У нас был шанс убить меня, ну типа отомстить, но я перелетел, короче. Нормально. Сразу сейчас бы Джерри в метре посоревноваться, шучу. Ну сейчас бы с Орелом поспорить, да? Да. Чё там, сколько ЕБ дополнительно? Так, а кто первый? Конечно, я старался, мультидотал, все. Я вижу вроде... Ой, сука, у меня, кстати, рекаунт не сброшен был. Ну-ка, линканите рекаунт. Да не переживай, Слав, я тебе все линкану, брат. Ну ладно. Колдуна лучше линканите. Че там упало? Сейчас глянем. Упало... Счеты, перстень. О, да я счеты забираю. Почему шея пропала? Поменяю наконец. Давай шею, давай поменяем кольцо на шею и нормально будет. Давай. Так это еще без бафа был, видели? Ролите на мейн. Где-то на мейн, да? Да-да. ДЦ. Даже не бис, да, на ардру? Бис. Ролите на мейн. Шучу. Запускайте сурка. Там, по-моему, что, чешуя плюс с ИВК, да, часы? Нет, чешуя еще. Так, обнулил рекаунт, все хорошо. Эти баф. Первый, а точнее кралька, первая будет потрясать, это стопудово. Короче, кто будет первее кральки, тот 300 ИП получит, кралька 200 ИП. Если вы второй после кральки, вы тоже 200 получите, все ясно? Дайте лапу. Рома, ты не сможешь. Не, я трэш не буду бить. Урод. Моя же цель это босс. Главное, чтобы ты на лече вернуться смог, блядь. Кто первый танчит? ВДК. Значит, сердце Дренора. Я бы не позволил чернокожим. Если какой-то одна баночка на тебя, дай грини, пожалуйста. Насколько пул ребра был, кто знает? Че еще раз? Пот на хосту, да, один. Че думаешь, я пью пот на хосту? Поедите нахуй. Надо поменять.
и чист. Бро вроде в 19.37 умерла уже. Это обещание. Сколько до бойлинга, нет? Там что-то 10 секунд. Чё, Джерри, он реванш варами? Рост. Ёп. Да ну нахуй, блядь, дерага вообще. Дамаж. Да нахрен, блядь. Тоже про ради, просил пиздеть. Где моя крита, блядь? И готовились, будет последний трэш, скорее всего. Дамажит сильно, типа фаза. Трэш, секунда. И Да не, это предельно какое-то. Залупа какая-то, не ДПС, блядь. Ну да, Джерри у всех обос... Да я тебе говорю, у меня завара никогда такого не было. У меня раз 10 за бой я стоял с 0 раги. Ну, это знаю. Было жопа, блядь. У меня никогда такого не было. Я боб не кидали? Джерри, он уже фловый вар. Ты же недавно апнулся только, сука. Выше ППР. Да, ой, да, я не наручена классного пацана. Давай в трешинг, а не урон. Давайте, не коните. Пиздец, пацаны, как рага, как дела с рагой, жесть, правда? Он у вас рага. Бурстя простоял с 18 раги, такой классный. Пиздец просто. 24 600 промахов у меня. Я херею. Что-то починили, слышь, WhatsApp, обновы же какая-то была. Блять, 24%, почти 25% промахов. На сколько процентов чекни? Портуемся все. Т13. Линканули в трэш, нет? Нет. А кто, видели, что у меня почему-то удар героя в парирование зашел один? Жесть. Он развернулся, наверное, когда метку вешал. А. У меня тоже. Пиздец.
Не знаю, короче, я вообще без раги стоял в брусте. Ребят, там зомби не заменили, сейчас я захожу, интернет пропал. Хорошо, хорошо. Как там говорил, Виктор? Как выбор снял, выше 18-4 баров сану вообще никак. А сейчас ДПС вообще 18к максимум, что 20 уже никто не выдает? Так я недавно с выбором баром этим давал 20к, когда у меня выбор был на варе. А сейчас, короче, у меня типа бисовый и вообще говно. Не в таких рейдах. А чё тут в рейде плохого? Посмотри, у меня сила увеличилась, увеличился крит. У меня с выбором было 55 крита, сейчас у меня 60 крита и больше типа силы атаки. И, блин, ДПС меньше, это пиздец какой-то. Ты посмотри, Рому, пацаном просто. Басав свидетель, что я когда был с отцом огурцом на варах, я был с выбором и выжил 20-ка, а тут вообще что-то говно. Так, я не знаю, так это же много от чего зависит. Во-первых, длина боя. Ну да, сейчас же долго бить. Даже если долго били, у меня все время 18, даже бурста не было нормально. Ну а чё с апликом? Почему у меня, блядь, 17? Я не знаю, все аплики там так дамажат. Я последний раз апликом давал 19,9. Вот вообще, ну, я не знаю. У тебя 6,1 почти догнал, ты понимаешь? Да я боюсь, он когда оденется, у него все то же самое. Хотя хуй знает почему. Покажите, ДПС, суркат не в трэш. А кто ухнулся? А, ты на лока? Да, да я думал за осколками сходить, блять, а тут я не видел, что волшебный в рейде, пиздец. В центр пошли, там Вальку надо вторую убить. Иначе... Так все равно же уже КД повесил. Че? Все равно же КД уже повесил. Да и... А волшебно сколько у тебя осколков осталось? Вот она, эта дура. Центр быстрее, сидите, она здесь. Ну, видите, что он больше на дамаже? У него, короче, он вешал порчу на мобу, поэтому ему ДПС апало. А я не вешал, а ты, значит, вешал. Ну, так все, за что он за апреку выбирает? В любом случае будет, блядь, это... Порча под ДПС. Ну, вы считаете, две порчи кидаешь, всё. Типа, апку полезно выкидывать всё, что видишь, на. Вон, я 25к давал африкан на этих, на принципе. Нормально. Нестабильное колдовство, у него на 20 тысяч больше на дамаже. Пошли чумку. Может, не успел обновить под проки порчу. Так, Сангвини, ты же не задавишь тухлого, да? Сангвини, ты варка? Какой ДПС райда был на сырке? Пока не заходим, еще не лову убьем. Не точно. Сколько был рейдовый ДПС? 269. 260? Ебать. Понятно. Ну я просто блядь, в трэш попутал. Давайте, может, на чумку в конце пойдем, а, блядь, с таким ДПСом. Не-не-не, мы просто... Кто у нас там? Его, а чего 269? Чё так мало? Да все ДПС они дали, я не знаю, что за хрень. А там вон типы маги, присты, короче, посмотрите, там типы по 11 кдп с полрейда. Смотрите, а демон есть? Может, демона не было? Да нет, боль демон. Боль спрессил. Боль спрессил. Он слабенький демон. А, блядь, спрессил в клипсе, боль. Смотрите, боль 5,9, да? Я, наверное, не вижу, сколько там ВСа, короче, но мало. 5,9 минут. И у него, короче, ДПС, он 11 по дамагу. Гляньте, он сколько народу передамажил, 5,9. 6к. Смотрите, я триню, у него все слабенькие. Черепок играем сильно. И второго тоже сейчас. Второй череп. Сколько призов хорошо было? 4, по-моему. Много. 5, по-моему. 5 последних. Да не, я бы на первом был, если бы я в трэш не вливался.
Ладно, Грин, пизда был, я тебя да, пошел собой, ты, собой обгонял твою мага на сервере. Ебать, ты просто, я знаешь, сижу ВКонтакте, захожу, у босса, блядь, 85% на хоть пол пора дамажить, ебать. Я на втором месте, блядь, был. Я тут, блядь, дрочить, конечно. А, блядь. Нет, здесь я чисто, блядь, на проке не очень везло. Я успел во вторую, блядь, ФБ вторую кастануть, блядь. Кто там знает вот этих вот, кто мало ДПС дает? Есть персы с большим ДПС на прок? Вова? Боль? Ну, боль там надамажил. Ты смотри, вот всех, кто под болью, это все слабые. Ну, говорит, тикайте, нам надо тикать. Надо, чтобы перезашли на другого. Я тоже, блядь, понабрал тех, кто не могут перезаходить на нормальных. Сейчас, может, вареньку попросим. Могу перезайти на нормального. Зеленую сейчас бьем. Ушли назад все в ворота. Ушли все в ворота. Петухи там едят меня. Уйдите все в ворота. До свидания, Лойд. Ворота это сюда. Вот здесь. Еще жопу туда. Скажи, когда забирать. А забирай. Вот этих дураков слейте маленьких. Они такие нехорошие. Могу тебя слить, пишет дружественный цельник. Очень странно, что у тебя дурак дружественный. Подъехал, подъехали. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты, да? Войт, мой друг. Ну скажи мне, кто твои друзья, Джейми. Скажи Войт. Нет, скажи Джейми. Тупой по фразе «скажи мне, кто твои друзья» есть намек на то, что я должен твоих друзей назвать? Нет. Спасибо. Ну вот скажи, кто твои друзья? Не знаю. Да, нет, друзья. Меня их нет, ебать. Просто я хотел сказать, кто ты, типа, понял? Ты такой говоришь, типа, кто твои друзья, а я говорю, кто ты. Блять, у меня правда нет друзей. Вчера надо было тачку прикурить на аккумулятор. 20 минут искал человека, кто приедет. Я бы тебя вот, Рома, не выручил. Иди нахуй. Ладно, выручил. Сам иди. Пошли. Ловушки. Ловушки. Идите. Прикурил бы, отожигал эту тачку. Кого там? Где вторая? Без обувки? По-моему, нет. Когда этот трэш начал выбегать? Когда эти ловушки появились? Фулбол дадите? Да, конечно. Так, мне тут надо по внешнему кругу бегать, да, чтобы не плевать на РТД. Да. Нужно от них рейндж держать 10 метров 8. Так, шипы. 3 шипы на рейндже, 3 лока, сова, 7. Кто еще, блин? У нас 4 лока. Мараксус, нормально на рейндже постоишь? Да как-то плохо. Ну все, на рендже. Если кто-то из них падает, философ и гипсоличка выйдут. Вот. Чек на пул. Подождите, я чай делаю. Блять, ты отходишь что ли, ничего? Да я тут на кухне сижу просто. А. Ну стой, чай. Одну там тыкай там.
Да все, я готов, давай. Запускаем. Когда Геру? Сейчас. Бля, четко маны нет, ты нихуя, блядь. Да. Почему только два стака, 4 вара в районе? Мусты прожали, ты чё, но сначала подамажили. Пары, про которых я говорю, не дамажат, могут и стак. Братишки! Фридом! Полипал, дай фридом, пожалуйста, чернокнижнику конченому. Спасибо. Блять, уже там в луже. Блять, огненные недра вообще не прокают. Чё за хуйня? Почему вы жалуетесь? Так и скажите, уже не умеете играть. Так как ты говоришь. Найду обосуку ДПС. Чё это 13к, блядь? Я тут 18 давал. Я рад тебя, я начал бой, блядь, 5% маны нахуй. Вообще без маны, блядь, 20 дает. 20 берешь, наверное, ты хотел сказать. А я кошечку глажу. Ой, да? Не, серьезно, пришла кошка, сидит вот на мне. Бля, не вру, блядь, чё мне смысл пиздеть? Пиздец, Ром, ты пиздишь, короче, кошечку гладишь, я в ахуе, блядь, чё ты выкатился? Так, философ на рейндж, блин, тонулся. Кралька, поднимай нырки. Захил рейд, сука. Захил рейд. Нырки встал. Вола гимна ТП. Вола гимна ТП. Вара не поднимаю. Сука, ну вы не перебегаете или чё там? Это баг большой, брат. Забирай. Закрыл захил себя, ёбаный. Диспельте уже, диспельте. Побежали с центра. Побежали, побежали. Там большой. Блин. Хилы на рейнже остались. Хилы на рейнже остались. Хилы на рейнже остались. Захиливаем рейд, захиливаем рейд, захильте всех. Все, больших нет, не очкуйте. Сука, я четвертый раз блюю за этот трай. Я еще не разу. Отравление это хуево. Блять, свалите, мульти гимна РПП дайте. Забивайте, блять, гимна. Пома, чем ты отравился? Убивайте, сука. Большого заберите, отбегите от большого. Видите же его. Гном, блять, захиливайся. Ману гному залейте. Призоном, бля. Пятый трай, пятый раз бля этот трай. Бля, Ром, подписывай меня кто? Все, ёбаный гос, блядь, на миллион добивайте. А ты что думаешь, мы решаем, когда нам падать? Ёб твою мать, диспельте, диспельте, проклятие. Бога ради. Падайте, говорит, пожалуйста, типа. Новости, народ. На хули мне говорить? Протопал, большого забыл забрать, да? Отличные новости. Да я не думал, что он так быстро уйдет. Потом он был командовать протопалу забрать большого, а они говорят, не падайте. Прожу вначале, блин. Да, не мешай мне, жую. Приятного аппетита. В начале рейда ел. Причем? Ну я суп тогда ел. Ой, да не теперь я ем бутербродики. Сейчас чайка попью с печеньем. Бля, да, Рома, у тебя так избыток лишнего веса, куда ты еще жрешь, свинья? Это как там, подожди. Бодипозитив, вот. Бодипозитив? Да. А, это те люди, которые типа не бреются, не хуеются, да? Кровь нужна. Ни к чему. Не, вроде типа тело позитив, это положительно. Так, пацаны, побежали на тухлого. Сангвини, заходи на протопалы, это самое. Или витамин у тебя протовар есть, да? Ну, там слабый. Зачем тебе протопал?
А что ты хочешь предложить? Ты в БДК зайдешь? А что ты хочешь предложить? Ну, у нас утроп, который танчит протопалом, он здесь на тапке первый, и он зайдет на лока. Да пусть Сангвини его потанчит. А Сангвини ты можешь? А, ну вон, заходи, у него просто на другом персе. Да зачем ему вешать КД? Давайте я зайду, я же уже вешал. Ну заходи. Да у Сангвини ж протопал есть. Да блять, у него на другом персе, он сказал. Да на этом тоже у него. Ну значит он пиздит, негодяй гад. Не вешайте КД в таком персу, я зайду сам. Заходи. Дайте сум на пятую патию друида. Так, Вангуга. Есть хп с тухлого винканики? Упадут тапки, вангую просто. А тапки не упадут. Падает тап, новый тап падает, ебать. Хорошо, кстати, может быть? Че? Двое тапок? Ну да. Нет. Хуяль, нет. А кто может чернуть эту пуху? Господа. Серебра же падает в хуйне. Но это только с первого квартала, если че. Эти бафы-то. Баф. Ой, ебать, это зло лапу. Слышь, давай побежим, типа, и кто, типа, первый агронок берет, тот и танец. Это двойной лот, что падает, это неправильно прописано, типа, две одинаковые шмотки должны падать очень редко, типа. Бля, дайте лапку, друиды. Только с лича должны падать две шмотки. Ну да, но все равно там процент очень маленький, что они, ну, типа, упадут две одинаковые. А я же каски бафал, там кто-то другой должен каски бафнуть сейчас. Пришел, я не могу сахар найти. Заебал. Ладно. Подожди, стой. Я в анхолике, стой. Успех. Че там, кто быстрее агрона берет? Да. Ты сказал Роге, чтобы он не напуливал на тебя? Рога не напуливал. Рога не напуливал. Готовы? Чек на пул. Давайте смотрим. Приставал фэшек. Дайте кахма. Инту башнич. Добавь кинту, удиали, готово. Байби. Нету рыбы. Нету рыбы, ебать. Да кто бафает каски, человека нет. Перераспределите бафы. Кто кресты бафает, дайте каску вам. Волшебно, ты отдыхал каски, давай. Кресты всегда хулипался, в длинные кулаки быстренько. Все, в бою разбафайте, идите нахер. Давай, готов, Рома? Давай, кто быстрее наберет? И каску подруйду. Все, не забер. Сука, стаунт. Нет. Видео есть. Слава, меток нету. Ну а как у тебя, блядь, на 200к агро больше? Пиду. Не знаю. Там это стаунт, по-любому. А на 5 PC истерик дал. Агро хотел набрать. Ну ебать, ты с одной лпахи 200к агро набрал, это даже Рога, мне кажется, такого не сделает. Не, я не танкил. Идер, может мне сальву кто-то кинул? Блять, почему вы не Войду ее кинули? Ну короче, аутисты. Короче, крикни, шваркай, пошел чай пока делать, когда да, будет там 7 стак. Давай только, у тебя 30 секунд. Он в резоне нет ни одной штучки. Я сейчас только что одну словил, а другая... Что? Подожди. А Геру когда? Не дают здесь Геру. Понял. Резону в натуре еще ни одной штуки не снесли, если что. Сука, ШВ, нажимайте щит, одевайте, нажимайте ШВ. Танки первая была, вторая в мелизоне. Я подошел вперед и словил. Вот да, окей, а демону что нажимать? ШВ? Рома, тут? Рома.
Рома, блядь, иди даунти. Даунти, Рома. Короче. Ну ты бы сказал, я сказал на 7 сказать, ебать. Все, даунти. Нормально, на 9. Нормально. Да. БЗ. Ебать, на 9, ты ж понимаешь, что я был хуй знает где. Да, все, заебись. Я же сказал, на 7 сказать, чтобы я к компу подходил, а не таунтил. А ты орешь, таунти! Таунти! Хром! Хром! Все, блядь, доп ебать. За спешное прибытие к компу. Молодцы, никто не умер. Все, дошел обратно. Рога, напуливай на него. 50 секунд еще, блядь, подержится, нет? Будем смотреть. А, там ограда хуя вообще. Никто его не перегонит просто. Там 3000, блядь. Я первый раз стал свидетелем, когда БДК танчит, блядь, отойдя от компа. Он летаем. У тебя 2000. У него, блядь, 3000. Добивается. Ты знаешь, когда за протопала танчишь, всегда на лане куда-то уёбываешь надолго. А чё там? Там же надо типа бить, когда она спускается. А то оно передаст зеркало другому. Ну или может автоатака, если ДК подводит, может быть вешается. Окей. Я же говорил, и мне, блядь, не верили, сука. А, сука, не упали. Молодец, что остался. Чё, я на протопала, да? Куклу пить умеешь нормально? Не, может лучше кто-то другой? Нет, блядь. Так, Рома, ну, в прошлый раз хреново было, но у нас эрдро есть сейчас? Есть эрдро. Блять, я думаю, как... Ну здесь просто я локом буду первый по дамагу там. Ну иди на лока, есть эрдро. Это не точно. На ретри, король. Я после профа отойду. Тюменск. Ты на ОВ, Тюменск? Тюменск, а ты на ОВ? На мейн я написал. Так надо какая-то без помоги. Маги, поставьте портал Долоран, в стороне только, в стороне. Ну чё, Сангвини вас всех обогнал? Спасибо. Так. Скажите, когда ивент закончится и заходить можно. Угу. Васап, как ты думаешь, давай эрдру если сделать? Гомеопатию в ШП. Да, все равно. Совы тогда не будет, сильно большая потеря ДПС. А у гомеопатии есть эффект ШП? Там же ДЦ так же резает драгу, как и эрдру. Да, понятно, да, тогда нормально. Снизь не бейте, Джерю, все будут топ. Надо будет думать, если мы пойдем, если не попробуем. Вы слышали, что точнее видите, что Ларинг пишет? Что он пишет? Что он пишет? Не видел. А я видел. Трэш ОТ убивает, говорит, мне уже интересно. Васап, тебе интересно? Рыбу. В РС-ку пошли. Да. Ну там какую-то хуйню, блядь, наделали. Поехали кодекс уебала ломать. Есть холмоботу по-моему. Я там не заходил. Миником. Миником, точнее. Да, заходи. Как ты сказал, Васап, миником? Миником. Да не, все тоже стало. Что, никто рыбу не брал? Писали, типа, и боссу тоже. Боссу? Ну, у нас база, если что, есть логан 3.
Она берет информацию с базы данных игровой. Если бы поменяли, там бы тоже поменялось сразу. У босса, у Халиона не поменялось. А мне кажется, он сильнее стал бить 10 гер, он как по 25 гер мне бил, блядь. У меня два хила захилить не могли, блядь, бисы. Ладно, сейчас не об этом. Значит, первый слизни троп не замедляется, зеленый будет. Его убиваем без замедления. Бурсты оставляете на первую переходку, на второй даем рост. Всех слизней бьете по своим дебафам, смотрите, моментально бьете. Значит, на переходках к столу. Так, что там, колбы не ловим, пельмени не ловим. Чек на пух. У тропа иди к столу. Сразу переводим или нет? Нет, стопы. Да рыба была у кого-то, поставьте. А че вы не используете вот эту тактику, типа постоять, находить? Это залупа. Знаете, я рыбу ставлю, блядь. Я господь этого рейда. Дайте только крест там. Лапку, пристабаху, иду. Дал там горн. Да, знаете, залупа. То же самое, короче, что и в обычном рейде по времени, ну, когда вы стопаете, только не надо напрягаться, стоишь себе, хуй, дуешь, кто как я. Будет напрягаться? Ты будешь сейчас напрягаться, ДПСить или ДП рейлить хочешь? Все. Кто за то, чтоб JP рейлит? Дайте интеллект. Ну, типа, попроще постоять, то же самое по времени выходит. Дайте инду, маги, пожалуйста. Дайте инду, прими готовность, и он начнет петь лапу. Пей куклу. Я ничего не понял, нам бить сейчас или не бить? Бьем, я скажу, когда стопнуть. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3, начали. Сука, я крылья прожал, истерию прожал. Ебать пистичку. Пусты не отдают, если что. Сейчас бы метаморфозу нажать, когда пусты не отдают. Ага. Стоп по профу, стоп по профу, никто не бьет, отошли милики. Приготовились, вот здесь, где проф стоит, где сейчас он будет стоять, там слизень появится. Приготовились милики его бить. 3% не трогайте профа. Вот эти куклы. Бейте слизни все. Встаньте так, чтобы отлетать к РДД. Когда отлетите, идите к РДД все, не бегите к проф. Ой, к слизни. Добили слизни. Профа, переводим процент. Сильно приводит. Переходка всех к столу. Съебались со столу быстро в центр. Слизни должны быть далеко. Обоих замедляй. Так, какой лог? Давай, пимп, замедление на тебе будет. На двух слизнях. Каста замедление. Козырь, замедляйся красного, я зеленого. Слизни влились, слизни влились. Тоже помогаю. Влились быстро. Бусты говорил оставить. Захил рейд. Красная смена отошли от красного. Красного избегал. Видишь, что у тебя пол рейда лежит? Ты тупой? Сейчас 4 человека только упали. Что ты мне говоришь, что через секунду падает? Не спать, я куку. Давайте, падай. Вставайте и бегайте. Кто последний умрет, тот пидор. Так, рога, маг, волшебно, морден, горн. Хотя бы 4. Варенька, врка, позовите варенька. Что такое? Варенька. Есть секатор охуенный на профа? Кусков так 20, чтоб дал. Ну, 11 хотя бы. Ну не 20, давай шипешка, я помогу там. Давай. Гипсоличик, Даларан. Там в РС-ке только шо в Ере был, там, конечно, да, сломали. Врога последний умер, что он, получается, спит с мужиками? Нет. Так а что там в РС-ке, Ваня? Там, получается, когда большие големы вылазят, дека начинает танчить на него по 45 тысяч, лупят стычки. Там второй вылазит. Големы, сразу. Да? Да, тут здоровый. Там второй вылазит, сразу убивает. У тебя есть детали смерти? Ну, просто я что-то не особо... Блин, ты только что скинул, а там в ВК-группу скинул, в совет. Это что, это типа у нас так сделали?
Да. И мелкий трэш там тоже сильнее начал бить. Там сильно. Куда же еще супер сильно? Очка, откуда у большого глема 45 тысяч сплюх? Ну там вроде обнова была какая-то. Ну походу сегодня придется опять в 3 танка. 4. Да не, там не поможет. Даже не поможет? Мне кажется, все справимся. Просто еще третьего хила в свет, и тогда заебись. Да не, ну там плюхи такие летят, что его прям очень хилит надо, что ну его нафиг. Так ты че, надо будет сказать, что мы РС не будем убивать? Пока не починят, да. Там Халеон больше бить начал, там если Халеона танчить и Большого, то там вообще не вариант. А можете адресить на Войда уебов, то что так прошибало? Хотя нет, блядь, не зря, потому что до него танчил, блядь, клоунада, было все охуенно, а потом после него отказа танчил Бульдог, и все тоже было охуенно. Он, да, скинул ВК, там может глянуть смерти. Это ты танчил сейчас раз или что? Не я там с код доступа рай, но все равно это не важно. Прям с плюшки его все равно убивало. Может он там 5 кгс был? Да не. Там и Телми танчил сначала первый, тоже нормальный БДК, и все равно убивало. Блять, кто-то есть еще там в гильдии, не? В РК? Рога, у тебя кто-то другой есть? Нет. Волшебно, у тебя кто-то дамагер есть сильнее? Морден есть кто-то? Морден, у тебя... То есть это живое скафламя на 64к ударило? Угу. Заходи, ШП. Если кто-то посидит в этой фукле, там он файка есть этот. А почему комбат Рогана дамажил 600 тысяч, это автоатакой, да, бил? Хуякой. Персия в сети, вот. С пунами. Там много заметных, не надо ко мне подписать. Один раз. Это, ну, как понимать вообще? Они не ходят, слышишь, целка. Найди на рогу и попробуй, узнаешь, как это. Затем напиши в личку, пусть они зайдут на одного босса сюда, потом пойдут дальше с хуйней туда. Ребята, мне кажется, комбо трога это тролль, шпион. Сейчас сама он на рогу зайдет, блядь. Так он одетый рога, 6-1, что там? Дамажить нечем. Посмотрели отношение, сколько раз он ударил за бой. Так это попадание. Там, наверное, 10 промахов. Да всего 100%, видишь, написано. Я тебе весь отчет по трошению его линканул. Что, надо им бить постоянно? Я просто не знаю, я же за руку. Вообще, да, типа по трошению это твоя основная билд, типа. Типа там надо 5 ударов настакать. А я бегал то по слизям, то по профу, как бы там не получалось. Нужно объяснить Роге, что нужно. Рога просто поворот. Смысл в том, что у него на третьем месте яд, просто яд. И на четвертом а месте тоже ничего. Яд. А слышно меня, нет? Рога полностью, который в Долоран протонись. Только на пизделе пацана, на пацана ни за что, он просто играть не умеет. Я бы тоже за Рогу так же делал. Так, сейчас еще Варбис зайдет. Волшебно, у тебя есть перс другой? Те, кто сейчас пойдут, они останутся до конца. Может быть, один человек или максимум два зайдут там, ну, типа до синдры, а потом на нормальных персов. Как нету. С другого ака, а кто у тебя там на другом аке? Вар? Шурупец который? Блять. Ладно, сиди, паладин. Боб, приготовь, Реги на диван приготовь. Ты оставь Рогу, но просто смысл в том, что он не бьет вообще. В смысле? Я не знаю, может он в натуре просто играть не умеет, но такое чувство, что он троллит просто. Не знаю, ничего. Смотрите, пацаны, я спустился к гнилому, короче. Смотрите. И портанулся к профу. Вот я красава, блядь. Ты кончил? Чуть не кончил.
я понял. Рога, который полностью, вот, недавно Козырь одевал комбат Рогу, у него был тоже 6.1, и он давал им явно больше ТПС, чем ты. Вот ты зайди и покажи мне, как ты дашь, а потом что-то говори. Давайте. А то, что кто-то, кого-то там. Давайте, Рога, вон закрыли рот. Приняли готовность, Варенька тут. Каус, куда эти магом? Протопал. Да. Принимайте. Мы стопаем? Да, стопаем. Каску Джубанга. Протопал пейку. Ристабаф и инту. Ристабаф и инту. Алло, алло, сос. Да, есть. Пей куклу. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Мусты, сука, не отдаем. Вижу, сука, криты прожимают вары, блядь. Уроды. Самогон, зачем ты нажимаешь метаморфозы? Ты что, глупый? Да отъебись ты от меня, чё ты меня доебался? Иди нахуй. Самогон, тупой петух. РЛ, меня оскорбили эти действия. Можно, пожалуйста, начислить их? Джейми, жирный баскетболист. Стоп по профу. РЛ, меня оскорбили эти действия. Можно, пожалуйста, дать ему пизды? Не оскорбляй жирность Джейми, подожди, можно отъебать его в очко? Да все, закройте рты! Варенька, дай мут самогон. Слизи. Черт, я единичку жму, сорян. Педальку. Убили, слизи. Злой чмо. Процент переводим, закройте рот, кто там пиздит, блядь. Сверну, сука, пизды получите, блядь. Нет, не пизди. Пиздец, двое сам пиздит еще больше. Да все, помолчите, трое идет. Столу ушли. И что? Быстрее. Завалите ебало. Приятно будет, когда двигаться. Давай, будьте отдали. Я старался как можно. Войд пока. Давайте. Добились дней. Сильно бьем, сбегайте с цель зеленого. Вот в другую сторону. Не бейте, не бейте, блядь. Захил, сбегайтесь, захиливай рейд, кралька поднимай за арту флор. Давайте бьем проф. Кралька поднимай лока. Стоп, попроф. Ты дебил что ли? Что ли? Завали ебало, тупоёб. Сука, пидор, давай иди вычислю, блядь, пиздать. Бой, ты на калькуляторе там вычислять не умеешь, это спрайти говорит, блядь. Пока я тебя не перестал уважать, блядь. Красного себя. Зеленого, блядь. Убоит обладает черным поясом. Это кто-то, Мирик, беги. Давай, не уходи ты. Ты че? А, это ты. Войт, беги от слизня. Беги от кухни. Сука, я же пельмень от смеха поймал. Блин, куда ты его повел? Сейчас зеленый. К зеленому подошли. Лужи, пей быстрее. Пей, блядь. Там колбы были. Давайте, сбежались. Все, теперь отбегайте к РДД, кто далеко-то, куда-то. Бейте, сбегайте с РДД. Вара не резко. Где проф-то вообще, нахуй? Я его потерял, блядь. Пей лужи быстрее. Лужи пей быстрее, вот эти. Беги, пей быстрее, чё ты стоишь? Я сказал, там... Ты вот он чё ебал, я не пью. Завали ебало, блядь, он кастует. Какой же ты конченый, пиздец. Пиздец, вообще нахуй, хуже Джериона, блядь. Так, давайте распустим рейд, пидоры, блядь, я вас сейчас помучу в РК, и будьте зрели. Стоп, попроф, бейте красного. Я пока дам столько голд, замути меня, урон. Не бьем профа, бейте красного, милики. Джерион, как он меня замутит? Отошли от профа. Он же сказал, что может. Не бьем. Не бей. Пацаны, закройте, пожалуйста, рты, блядь, я не хочу вайпаться здесь из-за вашего пиздежа тупого. Да не понял. Хорошо, Рома. Идите под стол все, играйте под дебафом, когда зеленый выберет цель, играйте по зеленому красного, вы же идите, бейте, дайте рост. Рост шаманы. Я умер. Галька, Реса и этого пятца и ем гномов.
Пятая пати. Играем по зеленому. Сбежали все к зеленому. Сбежали все к зеленому. Так, смена что-то сдох, непонятно. Хильте цели. Смотрим, на ком бежим. Что-то рост вовремя прям дали. Первая пати гимн на хп. Первая пати гимн на хп. Отдали. Сбежались, сбежались. Красные отошли смена. Бог по красной цели. Играйте по красному, добейте красного. Все, убили. Есть там еще бэры у кого-то? У кого там диваны есть, найди на диван. Диван приготовь этот, то волшебный на меня. Скажу когда, кидай этот, забирай протопал, кидай на меня диван. СС снял, блять. Ладно, танкуем. Бейте. 9 миллионов. Дайте Геру, кстати. А, или чё, блять? Почему на мне нету Геры? А, шаман умер. Потому что ты лох. Ты пидор, иди. Ты диван снимал. Мамка твоя лох, уёбок. Пиздовой, ты затроллили нахуй. Запись есть, как тебя затроллили. Сангвини, давай диван, утробу, Сангвини. Давай, Сангвини, диван, утробу. А утроб мертв. Утроб упал. Ну тогда будете таунтить. Первый будет. Что будем падать? Первый будет таунтить Сангвини. Сангвини бабл таунти. Ой, таунти. Сангвини бабл таунти. Все, добивайте миллион. Не берите ж бабл. Заберите кто-то, сейчас стаунтите, потому что по АВЕ по рейду пойдет. Заберите босса, стаунтите. Добейте, добейте уже. Стаунтите, стаунтите, все. Чё это?